Лиса, песня на простое, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море. Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Илона Стоянова. Здраво будь, Илона! Здравствуй, Алексей! Ты решила сегодня поговорить, так я понимаю, про елки-моталки, которые у нас очень часто применяются на Новый год. А почему именно про ель ты решила говорить? Что, это так связано просто с твоим именем и так близко тебе? Или здесь есть что-то такое более исходящее за рамки твоего имени, что-то, может быть, сакральное? Ты знаешь, наверное, тут можно сказать и имя, оно для меня родное, да, Йола, мне так называют с детства родители, мама с папой. Но в первую очередь я всегда любила ель. Я помню, я испытывала большой восторг, когда папа приносил ель, мы вокруг нее танцевали хороводы. И когда я стала старше, я действительно начала понимать, что что-то здесь не так. В первую очередь обратила внимание, почему люди ставят искусственные ели. Потом сама задумалась, а стоит ли их вообще вырубать. Конечно же, было бы интересно, чтобы у каждого человека у себя во дворе, да, он вырастил елочку свою, наряжал ее, танцевал. Но ты заметь, культура жертвоприношения ели, вот я именно таким образом буду это называть, когда ель срубают, приносят в дом, вокруг нее там танцуют, пляшут, обвешивают ее игрушками, на Новый год пьют, кушают, гуляют. Это повсеместно, по сути, по всему миру такое происходит. И именно почему-то с 31 декабря на 1 января, именно мне затронула именно почему такая дата, потому что она никаким образом не связана с нашим славянским календарем, да, Новый год у нас в другие дни праздновался, и почему именно ночью? Возможно, здесь роль сыграл Задорнов, потому что это был тот человек, который дал, по сути, начало, такой путь к развитию, к увлечению своей культуры, своими традициями, своим прошлым. То есть очень многие люди благодаря ему начали обращать внимание взор назад, то есть откуда мы пришли, кто мы такие. И действительно, я вот, когда слушала ее передачи, я начала анализировать, начала очень много размышлять на эту тему. Это действительно неправильно. И сам факт празднования Нового года, да, вокруг елочки обвешанной, это, по моим ощущениям, напоминает магический обряд. Когда ель, по некоторым преданиям, действительно ель напоминает древо жизни, как ось Земли, на которой строится весь мир, ну, по сути, наша целая планета. И неспроста то дерево, которое напоминает древо жизни, его рубят, по сути, убивают. И мы вокруг этого умирающего дерева, обвешавшего его игрушками, мы радуемся, там, пьем, гуляем, пьянствуем, ебоширим. Для меня вообще Новый год – это был такой священный праздник почему-то в детстве. Я всегда считала его максимально волшебным, таинственным. Я хочу вообще понять, наверное, разобраться, откуда пошли истоки этого праздника. Почему именно Дед Мороз? Почему именно ель? А ты знаешь, в свое время была такая информация, когда я была маленькая, да, я слушала, как разговаривали родители, и проскользнула такая история о том, что в древности злому морозу, лютому морозу, приносили девочку в подарок. Для того, чтобы у него было, ну, не то, что хорошая урожайность, это уже, наверное, зима, для того, чтобы, например, он не морозил скот или еще для каких-то там целей, да. И вот эту девочку-девственницу, по сути, приносили в дар, ну, там, соответственно, все такие нелицеприятные подробности, чем увешивали елку. Ты понимаешь, да? Вот намек, вот такое вот воображение. Поэтому в какой-то степени, возможно, этот праздник злой, как мне кажется. И для чего-то его нам подарили. Почему-то мы все на него повелись. Вот, наверное, эту тему хотелось бы подискуссировать. Как ты считаешь? Я считаю так. Раз, два, три, четыре, пять. А вот то, что спрашиваешь, это, конечно, очень интересно и жестко так. Жесткач такой выдало. Хэви-метал отдыхает. Да, представляю елочку с развешенными частями ребенка. Не ребенка, там взрослая девушка до 18, ну, там мы говорим до 18 лет, но девушка была. С частями девушки, да. Как говорят, да. Ты знаешь, возможно, это в какой-то степени неправильно, неправда, но, ты знаешь, есть такое выражение, шутки есть доля шутки, все остальное правда. Возможно, откуда-то идут такие легенды, потому что, как мы знаем с тобой, легенды, предания как раз северных народов, я не говорю о Руси, я говорю о больше германских народов, как раз повествуют, ну, не то, что повествуют, у них очень много таких злых сказок. И если ты заметила живописи немецких художников Германии, которые у них очень все так кроваво, мне кажется, не просто так. Возможно, что-то тут очень близко к традиции их истинной коренной. Вполне возможно, что это все идет оттуда. Я также как-то и обращал внимание на их сказки. Угу. И если взять не просто какие-то избранные сказки отдельные, а почитать вот так вот одну за другой, то, в общем-то, у нормального человека начнутся проявляться какие-то аномалии с психикой. Я так думаю, ну неужели так люди жили? Теперь давай разбираться. Надо понять, что
у человечества огромнейшее прошлое во времени, огромнейшее, которое не измеряется столетиями, не измеряется тысячелетиями, оно измеряется миллионами лет. Миллионы лет здесь жили человекообразные, не то что существа, а высокоразвитые сущности в разных своих проявлениях, где-то в более плотных, где-то в менее плотных, где-то в таких же телах, как мы, где-то в телах более развитых, более мощных. Здесь была и своя эволюция, которая не как по Дарвину просто само собой происходила, а это была подготовка какой-то почвы, плацдарма для того, чтобы здесь шло развитие и эволюция лабораторная, я так и называю, со стороны высокоразвитых сущностей и человекообразных существ проходили ее в лабораториях, и различные животные создавались, и растения, и все прочее, прочее. Здесь также были и те, кто пришел в том виде, как они есть, с других миров, с других земель, на каких-то летательных аппаратах, через врата Междумирья. Это все есть. Также здесь были различные эксперименты с теми, кто сюда доставлялся. Были адаптационные периоды. К примеру, когда предки сюда наши прибыли, особо, если так не углубляться, я буду общими словами пока говорить, нужно было, чтобы они прошли период адаптации. Представляешь себе, прибыли из другой системы, где другая гравитация, другой воздух, другое излучение, другая радиация, ну все другое, но похоже на условия Земли. И нужно было каким-то образом, чтобы люди через несколько поколений адаптировались. Поэтому проводились некие доделки, чтобы человек, наши предки, вот именно наши предки по роду, они здесь были жизнеспособны. Точно так же были жизнеспособны, как те, которые здесь эволюционно, через лабораторную эволюцию, были здесь созданы и прошли вот свой этап становления. Также сюда появлялись, приходили иные народы, которые или завозились нашими предками из погибающих мест нашей галактики или нашей, может быть, даже Солнечной системы. И были те, которые пришлые, пришедшие, перешедшие через рубеж, как их еще называли. Здесь все это было. Также были смеси, также были какие-то гибриды, мутации и так далее и тому подобное. То есть нет какого-то одного представления или в виде дарвиновской теории эволюции, либо в виде библейской теории, либо в виде пришельцев. Здесь все очень и очень многогранно. Какие-то рода, они оставались высокоразвитыми, какие-то рода оставались на том уровне первобытности, которые изначально они были. Ну, так сложилось, что вот чуть-чуть не дозрели, где-то те, кто инженерией гены занимались, что-то, может быть, там не дотянули. В общем, все было совершенно по-разному. Исходя из этого, и традиции, и устои жизни у каждого рода, у каждого направления были свои. Где-то даже нисколько не чуждались съедать себе подобных, а где-то, в общем-то, это считалось как чем-то ненормальным. Это уже патология была. Поэтому, когда приходили разные народы на территории Руси, а Русь, еще раз напомню, это значение света, светлые части, то есть выше экватора и к северу, то в этом случае они с собой приносили что-то свое. Но, опять же, в этом случае они брали что-то у тех, куда они приходили. Как правило, переселения происходили после определенных изменений в климате Земли, так называемой миграции и прочее. Поэтому смеси были не только на уровне генетическом, получения гибридов, но и на уровне сказаний, преданий, культурного и безкультурного обмена. Поэтому я нисколько не удивляюсь, что где-то будет встречаться, например, каннибализм, а где-то за это просто-напросто голову отрывали, чтобы это не происходило. У каких-то народов по преданию, к примеру, нормально спариваться не только с себе подобными, но и с животными, а у нормальных людей это не допускается вообще. Это даже в голову такое не придет. У кого-то в норме, например, брать в жены свою мать или свою сестру, а у нормальных народов это тоже в голову не придет. Как такое может быть? Тут не то чтобы ближайших родственников, даже вот дальних родственников нельзя ни в коем случае брать, выходить замуж или брать в жены.
Поэтому народов очень много. Другое дело, что нам все приписывают то, что нам не свойственно. Где-то найдут какого-то там троглодита и говорят, вот ваши предки, вот эти троглодиты. Найдут проломленный череп, скажут, вот как жили ваши предки, вот такие они были, да, вот этим занимались. А наши послушные дурачки, доверчивые, развесив ушки, это все внимают, в это все верят, и получается, что мы какие-то подзаборные свинята, поросята, не имевшие ни рода, ни племени. Теперь давай перейдем к каким-то уже традициям. Понятно, что традиции умерщвления кого-то и приношения в жертву – это совершенно не наши традиции. Ну, почему-то приписывали как раз к славянам. Но кому же еще могут приписать-то? Ну, подумай сама. Ну, кого надо представить в самом черном противном цвете? Ну, естественно, тех, против кого ведется война. Ну, естественно, а кому же еще-то? Поэтому и приписывают кровавые жертвы именно нашим предкам. И говорят, вот ваши предки, вот они, вот вы свиньи какие. Если бы не мы, то вы низкоцивилизованные, без нашей высокоцивилизованной помощи, так бы и остались вот этими поросятами. Ты знаешь, наверное, меня вот тут не затрагивает, а зацепляет мое внимание. К Морозу относились как к действительно живой личности, имеющей разум и имеющей магические способности. А еще меня недавно, вот я шла и размышляла, Мороз со словом мор, мор, да, ну, смерть. И в данный момент мы Деда Мороза представляем очень светлой личностью, которая должна давать подарки. Почему у нас таких два берега, темный и светлый? Почему нет не то, что середины, здравой середины, здравомыслия какого-то, да? Как ты считаешь, почему мы перешли от темного значения слова мор, Мороз, к светлому значению? В чем смысл? Дело в том, что мороз – это проявление духа определенной стихии. Это не божество, это не бог. Это проявление духа определенной стихии, который отвечает здесь за что-либо. И с морозом особо не пошуткуешь. Если внимательно посмотреть на старинные сказки, там мороз не предстает ни добрым, не предстает ни черным. Он предстает тем, кем он есть на самом деле. Серьезным дядькой, который, если ты простофиля и шалопай, тебе отморозит уши, отморозит нос. А если ты добрый молодец, если ты содержишь все в добре, по кону, то по правилам, то в этом случае тогда тебе он и ни уши, и ни нос не отморозит. И твое жилище будет в полной сохранности. Мало того, мороз еще тебе послужит за твою добродетель. Он сделает так, чтобы паразиты вымерзли, но при этом не тронет твои плодовые растения. Мороз – это не добро и не зло. Мороз – это отражение нашего внутреннего мира. Поэтому тем, кто добр, тем, кто может себя вести правильно в этом мире, кто упорядочивает в добре этот мир, к тем он добр, тем он помогает. А к разгильдяям, ну, естественно, он относится как к разгильдяям. Он их имущество портит, он их наказывает. Ну, вспомни фильм «Морозко» знаменитый, который снят был по уже упрощенной сказке «Морозко». Mm-hmm. Что там происходит? Когда дед, слюнтяй, отвез свою дочку в лес, потому что мачеха не взлюбила ее, потому что она мешала, и оставил ее под елочкой, что там произошло? Мороз подошел, спросил, холодно ли тебе, девица? Говорит, нет, не холодно. То есть он проверял на терпение. Терпение есть. Дальше он посмотрел, а насколько ты труженица. Он взял к себе ее в терем. И она показала свой труд. Она показала, что она умеет трудиться. Она умеет быть благостной. Она умеет упорядочивать пространство вокруг себя. Хорошо это? Хорошо. И она вынесла из этого подарки, какие бы козни ей кто ни творил. А теперь вспомним ее сводную сестру по мачехе. Та ничего не умела делать. Она была злобная, гадкая. Что она Морозу ответила? Схватила за грудки. Да ты чё, дед, издеваешься, что ли? Давай мне жениха, да, и приданного побольше. И чем там закончилось? Она приехала на свиньях. И что у нее было в приданном? Вороны у нее были в приданном. Вот такая история. Мороз – это всего лишь отражение нашей сути. Коли ты не умеешь упорядочивать пространство, то в этом случае ты и получишь кочерыжку мороженую. А если ты умеешь, то ты будешь сидеть на печи и есть калачи. И все у тебя будет хорошо, и все у тебя будет замечательно. И род твой продлится. И мороз еще добрую службу тебе сослужит. Поэтому мороз может радивым подарки дарить, а не радивым отмораживать носы. Вот как-то так.
Ну да, мы с тобой затронули как раз наши сказки. У нас есть очень удивительный человек, Леонид Иванович Карпенко. Он со своей супругой очень много книг ведических написал, то есть расшифровка фольклора. И для нас он с тобой, ну, для наших радиослушателей, он подготовил обращение. Как в славянской традиции толковалось, кто такой мороз, метелица. Ну, все в этом ключе. Поэтому я считаю, нашим радиослушателям будет очень интересно это послушать. Ну вот, а давай все-таки подытожим наш разговор. Как ты считаешь, как нужно праздновать этот праздник? В прямом смысле слова, потому что очень многие наши люди, несмотря на то, что они это понимают, они не могут отказаться от традиций. Понимаешь, да? Вот которые сейчас сложились в нынешнее время. Вот как таким людям поступать? Как быть вообще? Это на самом деле не является традицией, не является праздником. Все-таки праздник – это то, что связано со светом, с божественной мудростью, с радостью. А там, где есть возлияние и безумное так называемое веселье, то в этом случае это не может быть праздником. Нет обращения к предкам, нет обращения к свету, нет обращения к великомудрым богам, нет обращения к светлым силам. Поэтому это праздником уже быть не может. А к кому мы тогда обращаемся? Вот смотри, вот мы делаем какие-то приношения, да, вот стол, питье. Кому мы приношения делаем? Кого мы зазываем? Потому что когда мы писали передачу с одним художником, славяноведом, он рассказывал о том, что действительно сейчас сохранились древние, можно сказать, заговоры, обращенные к бабе Яге, которые действительно работают. Действительно, по этим заговорам можно излечить и чуму, и холеру, и любые другие заболевания. То есть, получается, определенным словом, да, действием мы можем вызвать определенную сущность во благо нам или во вред. А что же сейчас мы делаем? То есть ночью, да? Кого мы вызываем и что провоцируем? Это не является ни в коей мере светлым каким-то празднеством, я уже об этом сказал. Это все лишь навсего возлияние, попойка, обжираловка и звериное какое-то неуемное веселье, в лучшем случае, чревоугодие. Теперь давай подумаем, а кто отвечает за это все? Если мы внимательно рассмотрим все предания, ведические писания, сказания, мы увидим, что за это, за все отвечает пекельное пространство. В пекельном пространстве находятся нежити, нелюди, бесы, кощеи. Вот те, которые прибегают к таким увеселениям, они себя отдают тем самым за чертой находящимся пекельным созданием. Тут же присоединяются всякие навники из темной нави, тут же присоединяются всякие лярвы, то есть сосуны, тут же присоединяются всякие подселенцы, духи черные. Ну, духом черный не может быть на самом деле, об этом как-то мы разбирали передачу. В общем, те, кого называют сейчас буйными духами, неупокоенными, и так далее, и тому подобное. Поэтому здесь, кто так вот возливает себя, а находится в неспокойствии, те и отдают себя в волю и в управление тем, о ком я сейчас говорил. Праздником это ни в коей мере не является. Мало того, 1 января никаким образом не относится к славянским праздникам. Вообще никаким образом не относится. Это искусственно созданный день, поскольку календарь, в котором присутствует 1 января, он к Солнцу отношения не имеет. Вот вообще никакого отношения он не имеет к Солнцу. Я бы мог понять, если бы Новолет или Новый год праздновался, например, весеннее равноденствие. Я бы мог понять, если на Коледу, поскольку зародилось новое солнышко. Я могу понять, что это, например, осеннее равноденствие, потому что урожай убран, потому что сельскохозяйственное лето закончилось, все, сбор урожая, конец всему делу, венец. Цыплят по осени считают, все, начинаем готовить телегу к следующему лету. Все это я могу понять. Я даже могу понять тех, кто считает, что на Купалу новое лето наступает, хотя с большим, со скрипом, но тоже могу их понять. Но каким образом 1 января относится к каким-то годичным циклом или циклом лета или каким-то явлением, я понять не могу. Это в мою голову не вкладывается. Это искусственно созданный даже не календарь, а некий численник, который просто говорит, что вот с этого момента наступает что-то. Что наступает, непонятно. И поэтому ни традиций, которые к Солнцу относятся, ни каких-то культовых дел светлых, ни каких-то ритуалов светлых в этот день проводить смысла нет. В этот день надо находиться в спокойствии, потому что вокруг присутствует очень много людей, которые пируют во время чумы. И в этом случае надо быть очень и очень осторожным. Надо просто находиться в добре, в свете. Если вы хотите, вы можете включить какую-то светлую там, ну, иллюминацию или поставить лучше всего свечу перед собой или какой-то светоч и просто
находясь вот в состоянии благости и света, обращаться с светлыми мыслями к каким-то своим предкам, общаться с родственниками. Но это должно быть спокойно, без чревоугодия, без обжираловки, не дай Боже, какие-то наркотики, чтобы присутствовали, какая-то там дурь в виде пойла или там курева. Вот только так, таким образом. А отмечать новолетие нужно в те дни, которые славянам всегда были близки. Вот это такое мое мировоззрение, такое представление. Поэтому, если вы будете следовать, тупо следовать тому, что вам сейчас навязали, то вы тем самым будете все глубже и глубже погружаться туда, из чего вы пытаетесь вырваться. То есть вы будете переходить во владение пекельных товарищей, которых вы постоянно ругаете, проклинаете и хотите оттуда уйти. Ну уж, ребят, давайте определитесь, вы туда или сюда. А то как-то у нас получается тяни-толкай. Здесь мы лечим, а тут мы калечим. Причем калечим в 1000 раз больше, чем лечим. Да, потому что меня тоже вот удивлял этот момент. Мы действительно празднуем только ночью, когда властвуют темные силы. За счет того, что мы выбрасываем очень много энергии, ну, и положительное, и отрицательное всякое, да, ее кто-то съедает. Причем выбрасываем одновременно по всему миру. И длится это примерно сутки. Ну, грубо говоря, да, вот если где-то там Америку, Европу, всю нашу Россию, да, например, по всем часовым поясам. Это некое действие, когда массово снимается психическая энергия. И для меня действительно это как вот чернушный такой ритуал, который нам навязали, привязали, и в котором мы участвуем, да. Мало того, я тебе просто поясню, как это действует с точки зрения навников. Дело в том, что навники не всегда могут взять напрямую энергию из продуктов. Нужен посредник, который эту энергию переведет в понятное им и доступное им. Вот энергетическая составляющая, энергетическая составляющая, энергетическое наполнение. Когда человек употребляет много пищи, его организм начинает в большом количестве это усиленно перерабатывать. И тогда выделяется та самая энергия, которая может быть направлена в свет или может быть направлена в тьму. В данном случае это все отправляется в пекельный мир тем сущностям, лярвам, за чертой находящимся созданием, которые все это могут с большим аппетитом кушать, чавкать. Плюс ко всему открываются многие каналы, которые потом позволяют всем этим сущностям производить подселение и зацепки. И если здесь еще присутствовал какое-либо пойло, какой-либо наркотик, то все происходит вообще на один щелчок. Раз и все. И уже они в дамках. И тогда они уже управляют. Они тогда уже правят балом. Человек становится как скафандр, где его сущность божественную зажали в угол, одели на нее успокоительную рубашку, а потом какие-то там бесовские отродья пляшут и управляют этим человеком. То есть они взяли вверх, они сели в эту машину, теперь ею рулят. А потом вопрос будет человеку. Господин хороший, ты вот на земле что там делал-то? Ты кого в себе носил? Кому ты там давал возможность собой управлять? Поэтому это очень все просто. Всегда существует понятие передачи энергии через посредника. Поэтому надо много сожрать, надо много выпить, надо, чтобы сил не было, чтобы ум был атрофирован, и чтобы это была не медитация, не отключение ума через медитацию, а отключение высших уровней через примитивное пойло. Вот только так они могут брать верх. И только так они верх пока еще держат. Ты знаешь, вот сейчас все говорят, что наступает сворожье утро и закончилась ночь. Но что самое интересное, как я понимаю, какими-то неправильными действиями мы, по сути, играем решающую роль. Оставлять нынешнюю вселенную, нынешнюю Землю, да, такую, какая она есть. То есть на пороге к развитию. Или действительно мы таким образом пододвигаем поближе вселенский катаклизм? Потому что сейчас настолько, как я понимаю, наступила пиковая энергия разрушения. Сейчас очень сложно, мне кажется, удержать позиции, чтобы этот мир не разрушился, а хотя бы остался таким, какой есть, для дальнейшей возможности его развить и очистить, и совершенствовать. По сути, мы своими действиями, так как мы участвуем в этом, мы подпитываем энергию темноты. И, как говорят, вот я общалась с людьми, очень удивительно это описано в нашем фольклоре, Вселенная состоит, нашей Земли, из 7 верст. И окончание каждой версты, то есть завершается катаклизмом. И сейчас закончилась 5-я верста, начала 6-я верста.
И говорят, этот катализм очень близко. Некоторые маги, которые себя таким именуют, называют, они говорят, что у нас есть возможность вытянуть Землю на светлый план. Но опять же, даже если есть такая возможность, как мы можем этому способствовать? Просто участвуя в ритуале, вышеописанном, да? Дело в том, что долгожданное утро Сварога или день Сварога еще не означает о том, что наступит повсеместно счастье. Счастье – это с частью чего-либо цельного, означает слово «счастье». Поэтому еще не означает, что человек эту часть может взять и каким-то образом применить. Для того, чтобы применить эту часть или хотя бы ее взять, необходимо быть человеком, осознающим, как с этим распоряжаться и как ее брать. Большинство людей отравлены цивилизацией. Они даже не догадываются о том, что это есть. Они даже не догадываются, что они делают. Мало того, днем мы можем встретить в городе, в котором присутствует очень много алкоголиков и наркоманов, людей, которые вдруг посреди дня спят беспробудным сном. Вот сейчас наступило утро Сварога, а многие, отравленные цивилизацией, поддержанные из пекельного мира, продолжают храпеть, продолжают спать. Они отравлены наркотиками, они не пробудились, они не собираются пробуждаться. И таких людей нужно будет отсюда убирать. Таких людей нужно будет куда-то переместить. Для них есть специальные учреждения на высшем плане. А занимаются этими учреждениями по просьбе или по заданию высшего плана те самые ребята из пекельного мира. Вот эти ребята из пекельного мира, красноглазенькие, рогатенькие и длинноухенькие, с хвостиками иногда и пятачками, занимаются тем, что утилизируют тот хлам, который уже на Земле не нужен. Поэтому, если человек продолжает себя уничтожать, он превращается в навоз, который надо куда-то переместить и переработать. Вот для этого как раз утилизаторы здесь на Земле и существуют. Что же касается катаклизмов. Я не отношу себя к фаталистам. Я знаю, что неоднократно происходили изменения на Земле, которые изменяли лик Земли до неузнаваемости, стирая тех, кто должен был пройти утилизацию, и убирая в сторону тех, кто утилизацию пройти не должен был, кто дал бы начало новым каким-то цивилизационным направлениям, там, ну, развитию родов и так далее. Да, есть даты, но они не фатальны. Есть рок, есть судьба, мы тоже как-то рассматривали. Вот, например, указано, что к 30 мая школьники должны закончить учебный сезон. Один должны уйти. Но ведь там не сказано о том, что они должны уйти все с пятерками или все с двойками. Да, заканчивается первый класс. Но это не говорит о том, что все ученики первого класса должны быть расстреляны. Это не говорит о том, что все должны перейти во второй класс. Это говорит о том, что каждому будет по его делам, по его мыслям и по результатам его дел. Поэтому давайте фатализм уберем в сторонку и поймем, что если суждено повредить ногу, ты ее можешь повредить разными способами. Например, взять и засунуть ногу под каток. Это одно повреждение. Взять бензопилу и провести себе по ноге. Это второе повреждение. Ударить молотком – третье. Оцарапаться гвоздем – четвертое. Упасть на ногу – пятое. Или удариться о стул, когда ты будешь проходить мимо. Вариантов повреждения ноги – огромное количество. И повреждение ноги произойдет. Но одно из этих повреждений будет так – ха! Даже синяка не останется, потер и все. А другое уж, извини, инвалидом на всю жизнь будешь. Вот сейчас такая же ситуация и с утром Сварога. Да, смена, экзамен приходит. Да, их нужно будет пройти. Причем для каждого дата стоит своя. И есть определенная дата, к которой нужно подойти всем. Но то, что это будет фатально, это не факт. И сейчас, как ты правильно сказала, от каждого из нас зависит, что будет на этом экзамене, как этот экзамен будет происходить и кто после этого экзамена куда пойдет. Я тебя поняла. Давай тогда подытожим наш с тобой разговор. Подытоживай. Как ты считаешь, какие вопросы нужно будет задать нашим зрителям и слушателям? Да простой вопрос, друзья мои. Вот то, что мы здесь сегодня рассказали, как вы к этому относитесь? Было ли что-то в наших словах, на ваш взгляд, приемлемым или отталкивающим? Не нагнали ли мы страсти мордастей? Может быть, мы где-то перегнули палку?
А может быть, наоборот, мы все сказали, как оно и есть. Высказывайтесь, пожалуйста. И следующие передачи мы будем делать уже исходя из ваших реплик, вопросов, комментариев и пожеланий. Да, будем отвечать на вопросы. Я всем желаю мира, добра и, соответственно, благоразумно встретить в следующем год. Я присоединяюсь к твоему пожеланию. Всем мира, добра, здравомыслия. С вами был Народное славянское радио. Илона Стоянова, Алексей Орлов. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добры. Всем пока. Штурмовать далеко море посылала нас страна.